Shut the fuck up, you fucking piece of shit. Да, я чувствую, игра будет веселой. Всем здорово, с вами Азес. Сегодня мы будем учить школьников играть. Ну, как-никак, школьная пора же. И да, кстати, это тоже не я. Хотя какая разница, в принципе. Ладно, погнали. Ну чё вы, блядь, зайти не можете? Сейчас я покажу. Понятно, покажу, как надо заходить. Наверх. Блядь, через мок. Похуй. Один, блядь. Так. Сиди, блядь. Слышу бомжа, блядь. На! Блядь, да что вы опять дрочите, блядь? Забежал, блядь, убью, блядь. Тоби пизда. Ух ты, твою мать. Ты шо, блядь? Хули ты меня не убил? Ебанько, блядь. Ага, last save. Полет на 7 из 10. Правило номер один. Когда видишь еще одного живого тиммейта, обязательно пикни. Вот так вот. Парень, не хочешь немного бесячих моментов? Да что это, блядь? А, ну понятно, все. Идешь такое, по дефолту закидываешься, отстреливаешься. Да, 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 перестрелочка. Ну давай, давай, подеремся. Ага. Нет, блядь, не попаду, конечно. И что же может просто пойти не так? Да, но бывают ситуации, конечно, и получше. Ну, по-моему, мы в полнейшем дерьме. Да, конечно, это полный пиздец. Но этот раунд мы, конечно же, слили в изи. Берешь дробовик, иди ва-банк. Уш! О, на, блядь! Конечно, гуджоп, блядь. Блядь, да вы просто послушайте это. Блять, да как можно в такой атмосфере вообще играть? А пока я охуевал с того, о чем мы не говорили, ситуация в нашу пользу на этом раунде становилась чуть хуже. Ну что ж, подумал я, пиздец, что поделать? Ну, удача повернулась ко мне лицо. Время тащить, сучки! На, блядь! На, блядь, на, на! На, блядь, промах! Ну, я сделал свой вклад. А ты что, не надо? Ага, шаги на шарту. Да бля, что ты... Оп, авапа. И тебя примем. Оп, иди. Орак, тма. Ну а дальше я пошел, умер. Ну, впрочем, игру мы эту выиграли. I can play wherever. What? Actually, I'll play, Ну вы ебанутые. Lock and load. What are you struggling to understand? God. Ну а пока я дрался и пытался затащить этот раунд, то я понял. Блять, да я же один. Не, ну заебись по АФК-шел. Второй раунд был такой же. Но мы собрали всю волю в кулак и... Дали им пизды.
А, легчайший. А сейчас я вам покажу, как работают сервера Стима. Так, закидываем смок по таймингу. Чё, блядь? Спасибо, Габен, спасибо! А, у нас тут тактика подъехала. I will fuck you on your head. Сука, что дословно переводится? Я трахну тебя на жопу. Ну а дальше немного клатча и разговоров. Ну а дальше все шло на изи. Получили заколик. Блять, бегут! О, бегут! О, принимай! Сука, прыткий, блядь. На, блядь. Ну что ж, и вспомним правило, о котором я говорил ранее. Ну да, нас трое, он один. Что же может произойти? Конечно, его надо запушить и убить. А, ну иди сюда. Иди сюда. Блядь. Откуда, сука, у него АК? Как видите, данная тактика не всегда помогает. Блин, shut the fuck up. Так, надо аккуратно поджидать. Чё-то я чувствую, они уже подходят. Steps on B. I think two guys... пора раздавать! Блять! Ну а как же не помочь тиммейту в сложную минуту? Вообще не мешали, если честно. Ну а сейчас музыкальная пауза. Ну давай, парнишка, в видео тебя вставлю. Ебаш его, ебаш, давай. Ну, блять. Говорят, сайт надо заходить с дробовиков. Сейчас мы это посмотрим. Опа! Опа! Лол. Ну что ж, говорят, второй раз не прокатывает. Сейчас мы опроверим. Оп! Один готов. Что ты там настреливаешь? Иди сюда. А есть такая тема, когда остается один... Надо быстренько допрыгать до него. О, эмочка. Ну-ка, иди сюда. Блять. Да, мой кривой, блять. Ну, а на этом я, наверное, закончу свое видео. Всем, кому понравилось данное видео, пальцы вверх. С вами был Азиас. Всего добра. Бля, заебали. Можно я уже пойду?